Так, вот снял, открутил 4 болтика, точнее шурупа. И все это дело выглядит вот так вот. Все, пускай ждет следующего года. Обалденная штука. Ну, посмотрим, может, модернизирую ее как-нибудь, когда-нибудь. Вот так вот. Все, перебываемся. Погнали подгортать. Или окучивать по-научному. Я с деревни, мне все равно. Как-то так. Привет, YouTube. Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, решил я прополоть картофан. Но он уже такой большой. Вообще капец. Вот так вот это все дело. Такая вот березка, да, траву вырывает отлично. Но пришлось его немножечко модернизировать, доделать. Сделать ему защиту, чтобы он эту всю ботву не намотал, не завалил и так далее и тому подобное. Потому что слишком маленькие рядки. Вот. Была использована одна пластиковая 30-литровая канистра. Разрезал, до крыльев прикрутил. Два куска ПНД-шной трубы для того, чтобы раздвигать. Сейчас выкатим, покажем. Раздвигать оба кусты. Вот. Почему ПНД-шная? Ну, во-первых, она мягкая, отыгрывает. Конструкцию собирал уже на месте. Стоит, значит, два ножа с одной стороны, два ножа с другой стороны. И повернуты они в сторону редуктора все. Вот выглядит все это дело вот так. Труба гнется, если надо, поэтому жесткой конструкцию не делал. Отлично раздвигает рядок, защищает ботву. Впрочем, сейчас все сами увидите. С той стороны посажена кукуруза, не могу там разворачиваться, поэтому приходится заезжать в рядок и возвращаться обратно, заезжать и возвращаться обратно. Так было посажено. Травы очень много, пока она еще здесь. Березки мало, но здесь другого бурьяна хватает. Вот как-то так. Сейчас, впрочем, покажу, как это все дело работает. Короче, канистрочка, которую крылья вырезал на вот этот тракторок, до сих пор еще не востребовалось. Не понадобилось, точнее. Не было востребовано. Короче, хочу сделать вот сюда боковую защиту, чтобы она еще и вперед перекрывала, чтобы между рядками ботва не попадала вот сюда. Ну, чтобы чуть-чуть ее раздвигала. Сейчас вот эту ровную сторону вот так разрежу здесь. А здесь отрежу чуть покороче. Вот так вот, наверное, покороче отрежу. Чтобы она вот здесь вот только была. И прикрепить хочу на крыло, чтобы оно вот так вот и закрывало крыло. То есть, когда идешь по ботве, чтобы ботва раздвигалась. Наверное, может, вот это тоже оставлю, чтобы она вот сюда больше заходила. То есть, на раздвиг. Сейчас, короче, что получится, не знаю. Ну, будем экспериментировать. А нет, возьму другую канистру. Еще одну. Так, распустил канистрку. Вот так это получилось. Одну уже притулил. В общем, вот так сверху накладываю. Накладываю. Вот. И саморезами сейчас здесь, здесь, здесь. И вот тут в краю. Притягиваю. До свидос. И будет замечательно. Замечательно будет. Лучше не придумаешь. Вот как-то так. Здесь до шкива не достает. Даже вот так можно. Чуть по диагональке. Или вот так. В общем, не суть. Тут крыло могу подогнуть. Как мне нравится. Вот такая вот штука. Посмотрим, посмотрим. Еще так попробую. Так, ну попробовал я. Все замечательно. Березку наматывает. Ладно, это почистим.
В общем, вот когда задом идешь, ну я назад же сдаю, все же видели, как круг же заворачивается. Вот тут вот не хватает запчастюлины. Короче, пошла у меня практически вся канистра, да, за исключением крыльев с трактора. Вот вырезал вот это горло тоже отсюда. Вот так располовинил, в общем, тут прикрутил прямо вот к крылу. Здесь канистра. Так, так. Все, вот она как раз горло. Фрезал здесь. Проходит замечательно. Они у меня загнуты в одну сторону, поэтому даже если ее вот так вот загнет, она просто по ней так заелозит и все. Ну, да не суть. Тем более это пластмасса, пластик, она отъебается. Ничего страшного. В общем, получается вот так, если затковать вот, уже поближе к земле, то есть отодвигать будет все ростки, которые пониже. Ну и, соответственно, другую часть мы опустим спереди. Сейчас как-нибудь придумаю. В общем, никаких проблем. Вот такая вот штукенция. Получилась вот такая вот защита, будем говорить. Но вот с этой не уверен, конечно, как она будет назад идти. Ну, если что, отшуруплю и чуть-чуть выше ее. Приколбашу, тут она как бы на месте. По месту, по факту. Тут кусок такой полосы соединил, чтобы оно вроде как... О, тут оно пустился болт, надо затянуть. Так, вот так вот это все дело делается. Не знаю, сейчас будем проверять. Ё, фрезы тут проходят, там проходят. В общем, как-то так. Вот что осталось от канистры. Изобретаем велосипед. Все, сейчас болтик там затяну. И погнали пробовать. Так, мужики, модернизировал еще его. Прикрутился ПНД-шный кусок шланга у меня был. Вот так он проходит. Видите, хватает, хватает фрезы заглубляться. Короче, наматывает вот эта березка. Вот, два рядка прошел, надо разматывать. Вырывает все с корнем. Обалденно. Вот сейчас в таком состоянии, когда идет, у меня же там кукуруза посажена с той стороны. Поэтому надо загнать его и в эту сторону пройти. Потом загнать его и в эту сторону пройти. Нет, отлично все. Всего хватает. Прям вот, вот оно уже чистенько все. Замечательно. Чистил, чистил. Так, тут пробежал. А тут уже понеслась. Опять все зеленое. Вот эта вот березка. У нас ее так называют, не знаю, брезка. Вот. Бывает, что у нас за собой немножко тянет картофан. Вот. А вот эти вот, вот эта труба не дает ему этот попасть под нож. Вот она по над самой землей идет, труба. И когда она начинает наматывать, картофан не попадает под фрезу. Ну, может, какой-то там, где лежит или вырос там, не из ряда, а где-то там рядом, то может подвилочка картофана попасть. Ну, сейчас приглашу оператора какого-нибудь. Попробуем заснять. Так, пришел оператор. Держи. Сейчас запись пошла.
как-то так. Тут даже уже надо чистить его по большому счету, потому что наматывает здоровски. Вот так вот все дело это происходит. В общем, отлично работает эта штукенция. Ну, а снять, что тут, вот это открутить, вот эту пластину, трубу снять и крылья просто отвинтить, 4 болта, и все, и пускай они с этой приблудой и остаются, потому что я ими, крыльями, редко пользуюсь. Вот, вот, отлично, отлично.
Так, закончил. Закончил. Целиком и полностью. Отлично. Рядки как стояли, так и стоят. Все, сейчас покажу. Это уже начала разваливаться. Это было сложнее. Вот раз, два, три, четыре. Четыре рядка, другой сорт. И она уже в развал. Так, вот такая вот конструкция. Тут тоже сшита болтами, шурупами. Вот, ПНДшная, отлично. Она как надо, так и отыгрывает. Здесь вот так вот сделано. Шкив защищен, будем так говорить. Только ботва сюда ее сразу скидывает. Но здесь, видать, когда прижималась, ну ничего страшного, выбрал свою. И нормально. Просто сейчас показываю, пока это все скручено. Сейчас я ее раскручу и все. И до следующего года эта конструкция будет не нужна. Отлично, в общем. Здесь так шил все это из одной канистры. А следующий год, может, что-то другое придумаю. У меня все как всегда. Только выехал. Не проверил колесико. И по крышечке капец. Вот что бывает. Бабамс. Надо ехать за камерой. Да. Нехорошечно получилось. Правда, эта камера уже, конечно, может новые купить. Колесики.